Всем привет, с вами Лего Стайл. Да, вы меня уже дали увидеть. Я тоже. И по названию вы прочитали. Итоги конкурса. У нас есть два человека, которые соревновались между друг другом. Итак, оценивать было сложно, потому что у одного был маленький кораблик из 17 деталей, а у второго большой корабль. Сравнивать очень сложно. Я сделал победителей, и что ж, показываю вам всякие картинки этих кораблей. Так, это корабль первого человека, который, в общем, ссылка на его новый канал будет в описании. Подписывайтесь, да. И показываю вам сейчас второго претендента на две мини-фигурки. Вот, ну что ж, показываю, собственно говоря. Ну что ж, вы, я думаю, и сами понимаете, кто выиграл. Это все-таки в гостях у Рокки такой чувак. Но не расстраивайся. Костя, хоть у него и ник Олеся Пашнина, но его зовут Костя. Вот, не расстраивайся. Ссылка в описании на твой канал и на твой канал Рокка. У вас ссылка, да. То есть, ребят, подписывайтесь на них обоих, вот. Ты получишь приз Рока, потому что ты выиграл, я думаю, все знают, потому что корабль больше, и да, я именно ожидал большого корабля. Хоть и маленький, тоже молодец, это Костя говорю сейчас, но все-таки, я думаю, ты сам понимаешь, что выиграл у нас в гостях у Рокки. Ну что ж, в гостях у Рокки, когда я прилечу, примерно через 3 дня, вот... Я в комментариях под своим видео попрошу у тебя скайп, ты мне его дашь, и ты мне дашь свой адрес почты по скайпу, и я тебе перешлю эти 2 мини-фигурки через почту России. Вот так вот. А на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал в гостях у Рокки, подписывайтесь на канал Кости. Всем пока, с вами был Лего Стайл. До скорых встреч. И пока. Тут один такой моментик. Когда я имел в виду маленький, то я предусмотрел не Костю, а именно корабль. Вот, все. Пока теперь.